И вот я вышел из дома, свой в науку смотреть. Я посмотрел на мой город, и город вот был свой, как смерть. Все изменилось, пока я учился читать имена. Чужое небо, чужие дороги, чужая страна. Я выбросил монету, сказав себе зло и добро. Монета весело встала, три раза подряд на ребро. Я проверил карманы, нож, спички и карты небес. И за вонтанки, пусткарты, билеты, пакистанский экспресс. Вокзал сначала был полон, к ночи совсем опустел. А я забыл разузнать, сколько нынче берутся постель. И мертвый голос, как пойманный ангел, метался в дверях. И говорил о ненужных мне стрелках, о формах путя. Я купил папиросы и после путей вино. И был пьяный букетчик, спросил меня, глядя в окно. Послушай, милый, ты точно не знаешь, что делаешь здесь? А я ответил, следящий, я жду Пакистанский экспресс. Последний в этом году Пакистанский экспресс. Девятый вагон. И проводник попросил документы, и это был он. Он удивился, зеленая форма, на что так смотреть? А я сказал, господин мой, я здесь, я не боюсь умереть. Я ушел и включился, когда проезжали Уфу. И мне какой-то мудак все объяснял, что такое Уфу. А смертные волки сказали, надежный хороший обрез. Я все-таки сделал Туркестанский экспресс. Последний в этом году Туркестанский экспресс. А за багровым окном начиналась великая сцена. И проводник подошел и сказал мне, возможно, ты брат. Если так, то поближе держись, я покидаю состав. Туркестанский лес с возвращением домой.